Грабовое тишине выходят бойцы, поприветствуйте! Итак, парни, это два представителя ЧОПа. Оба работают охранниками. Один работает в ленте, другой работает охранять частный дом. То есть у нас парень по безопасности элитки против простого парня, который отвечает за безопасность простого народа в продуктовом магазине. Давайте поаплодируем. CarPrice.ru – современный и безопасный способ продажи машин. Итак, бойцы, сидим. Это стрелка, здесь есть правила, вы их слышали, соблюдаем. Берёмся с уважением друг к другу и до конца. Пожмите друг другу руки, слушаем мои команды, оба. Боец готов? Готов! Подбородок под себя, на грудь подбородок. Голову вытаскивай. Залази сверху. Сжимай от себя, не прижимай. Сжимай его наоборот от себя. Нам подсказывает только Николай. Большого Коля. Через стул еще не достучишься. Вот, вот. Работай, работай, поторопись. Две руки! Две руки! Силее, 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 силее! Двумя руками! Двумя руками! Поработай как молотко! Давай, вылезай оттуда, ты чё? Переворачивайся! Да нет, давай! Стоп! Есть победитель! Это Тархана! Давай, ты у нас, как говорится, сидел в засаде. Расскажи, почему выбрал такую тактику? Все громко. Привет, мужик! Откуда приехал? Тверь, Тверь. Вот начни с этого, никто не знает. Здесь Нового года. Смотрел недавно видео. В Ютубе. Да и знакомый здесь выступал в начале лета.
Зайду, морда и спешусь. Ну, удачно, на второй день принят сразу. Ну, как оцениваешь? Второе выступление. Отлично выступление получил. Ожидал всего. Да, мне это супер. Нормально, нормально. Ну, ты молодец, что ты вышел. Спасибо, нормально. Ты дал хороший, качественный поединок. Но сегодня противник был немного сильнее. Тебе эти аплодисменты, а вы дадим слово победителю. Занимаюсь работу, охранник. Тренируешься? Да, в сечи, в сечи. Знаем такой. Спасибо. Ты работаешь у нас, нет? Привет, им передавай. Зайти. Больше мне о себе особо нечего рассказывать. Ты рассказал все в своем поединке. Очень достойно провел качественный поединок, качественные удары. И эти аплодисменты тебе, а мы ждем тебя. Слово. Евгений, расскажите, кто у